Всем привет, дорогие друзья! В общем, я решил записать очередной видос по открытию кейсов, так как прошлый видосик вполне зашел, да, и по просмотрам там было все весьма бодро. Вот, еще хочу напомнить то, что в ближайшее время будет розыгрыш ЮСПА Cyrex. Вот, ссылка там будет в описании на розыгрыш, все такое, поэтому заходите, участвуйте, и кому-то, да, повезет. А в остальном всем хорошего настроения и приятного просмотра. Всем привет, друзья! Вы на канале Сакура, с вами, как всегда, я, Роман, и, собственно, снова Ксения. И сегодня мы открываем кейсики и попробуем окупиться с суммой 440 рублей. Но вообще было закинуто 350, поэтому с 350. То есть, типа, понимаете, да, грубо говоря, 90 рубасов – это бонус некий. Ну что, Ксюш, я предлагаю начать, ну, можно... Чисто в теории попробовать, как обычно, крутануть армейку по стандарту. Ой. Только вот, я думаю, может быть, сражение, да, пойти. Типа, почему ну, нет? Создать. Только создать, думаешь, да? Угу. Так. Пекс, сказал бедняк, создать сражение. Ну, давайте сюда. Бля, нет, это случайно. Ну, ладно. Ладно. Я случайно зашел, что-то я затупил. Я просто увидел что-то такое, и почему бы нет? Ну мы вроде бы выиграли. Да, мы вроде выиграли. Ой, хорош, мы чуя купили. Бля, красиво. Вот это красиво, ребят. Вот это красиво. Изи бабки, да. Случайно зашел, случайно окупился. Малорик, ё-моё. Малорик. Создаем. Вот такое сражение. И, собственно, посмотрим, что нам отсюда может дропнуться. Попытаемся как-нибудь окупиться на данном сайте. Данном. Да, ну, выговаривать слова явно не мой конек. Однозначно. Так, вот они мы, вот он противник. Никаких градиентов, капилляры. Ну, по-моему, он побеждает, да. Он побеждает. Бывает, ладно. Да, в любом случае, мы оба в минусе, как бы. Хорошо, давайте посмотрим. Я предлагаю... Так, давайте посмотрим, что у нас вообще по лайф-ленте. Ну, вообще, можно в теории попробовать крутануть один раз. Кого? А вот я тоже думаю, блин, кого? Вот этот кейс кто-то крутит. Давайте попробуем вот такой кейсик крутой, как он там. Ружки вверх. 69 рублей. Да, давай попробуем. Почему нет? Или это не он? Не могу понять, кто что. Давайте попробуем. Один раз. Ну кто-то что-то крутит. Давайте попробуем. Вдруг нам тоже что-нибудь вылетит из него такое красивое. Что-нибудь наподобие причала. Ну, это плохо. Да, не совсем красивое, но все же. Ладушки, давайте дальше смотрим. Предлагаю. Ой, не-не-не-не-не, русский мясник выдал кровавый спорт. Неплохо. Я думаю, можно попробовать чем-нибудь за маленький открыть. Вот 7 рубасов. Чисто проверим, что кого. Давайте, поехали. Сейчас нам как выпадет кровавая паутина. У меня как глаза на лоб залезут, я такой, ой, что ты делаешь? Вингшот или же каркас? Да, каркас. А что лучше? Каркас хуже. Да, каркас хуже, но мы окупили, однако мы окупили. И это замечательно. Ну что, юспы выдают, ничего себе, слышь, неплохо так, тут юспы выдали, страч, там не страч. Я думаю, так, чтобы открыть. Ну, давайте откроем тоже юспика, может, а? Один раз юспика. Проверим, что он нам может выдать. Да, сейчас нам выдаст какие-нибудь лесные листья. У, закрученный. Ну, это да, это 61 рубль, все равно не окупаем, но и то хорошо, хотя бы закрученного. Получили вон там, кто-то лесные листья получил. Неплохо, давайте еще раз попробуем. Че, можешь майнинг кейсы попробуем покрутить? Бог его знает, а че, вдруг выдаст королевский синий? Приезжает нам это, ну... что-то среднее 57. Плохо. Ладушки, давайте попробуем открыть. Так. Ну, давайте попробуем сражение. Че, поехали, давайте вот. Хай, поехали. Крутанем разурик, а? Чисто проверим. На верочку. Вот нержавейка выпала. Вообще хорошо кому-то прилетело. А нам падает осадок. Ну, вроде мы побеждаем. Да, мы побеждаем. К сожалению, конечно, не окупаемся, но ничего. В любом случае, мы выиграли сражение. Мы молодцы.
Так, так, ты сказал бедняк. Чё, Ксюшенька, хочешь крутануть? Вот куда у тебя лежит душа? Обычно, когда у тебя душа лежит, то и выдает красиво так. На кайф. Космос хочешь? Спейс. Ну и чё, нет, давайте попробуем, крутанём космос. Сейчас нам как Desolate Space как выдаст, и я такой уф, ну или хотя бы орбитку. Как бы и то было бы неплохо. Ну, солнце в знаке льва, однако, неплохо. Это вроде бы окуп, да, это окуп, хорошо, это окуп. Кейс, молодца. Теперь ты. Теперь я. Угу. А что я? Я не ищу другие, вот что и ничего. Ну, так, предлагаю... Пам-пара-пам-пам-пам-пам. А я хочу вот этот кейс крутануть. Вот хочу. Кому-то там Сайрексы там выдают. Неплохо так кейс майнинг. Сайрекс выдал такой на характере. Гадюка должна нам подъехать. Нет. Должна была, да. Было бы хорошо, если бы она подъехала, но она к нам не приехала. Она сказала, извините, я увольняюсь. Так. Давайте, ну нет. Это не хочу. Это, да, это не то. Это нам не надо. Можно бомжа попробовать крутануть. Чисто в теории. Хотя, вон там кто-то крутит кейсики. А интересно, а выдаст ли реально? Вот объективно может выдать что-нибудь? Давайте проверим, вдруг сейчас выдаст какую-нибудь официальную Викторию. И будет классно. Ну, обычно мне падает синева всякая нехорошая. Ну, кровавая паутина, 25 рублей, тем не менее. Выпало бы пламя, я бы ошалел от жизни. Я бы просто ошалел. Угу. Вон там кортексы опять падают. Ну, кому-то USP окупают. Чё будем крутить, Ксюш? Да-да. Да-да. Юс. Хочешь юспирского? Да, давайте чё, юспирского крутанём. Всяко разно может хоть что-то выдать. Кому-то сайрексы, сайрайрексы. А нам падают... Собака, лесные листья. Не, Ксюха, это вообще не дело, это херово. Юспы мы пока крутить не крутим. Я выбираю. Ну, чё, я не знаю на самом деле, правда, не знаю. Так. Чё, можно, конечно, пойти ва-банк, ва-банк и попробовать крутануть авик, но это очень рискованное дело, очень рискованное. Давай, решаем, Ксюш. Авик или АК? Авик. Ну давайте авик, ребят, чисто идем ва-банк. Как бы всякое бывает. Вдруг выдаст африканскую сетку. Ты просто великолепно. Африканская сетка, ты лучше. Бляха-муха. Это вообще, Ксюха, не смешно. А? Блин, ну серьезно! Серьезно? Почему я туда не посмотрел? Что я за овощ-то такой? Давай хотя бы пришельцы. Ну спасибо хоть на пришельцы. 50 рублей, блядь. Ну пипец, просто пипец. Что нас может спасти? Вот это может нас спасти, как ты думаешь? Мне кажется, нет. Не может? Что нас может спасти? Давай думай. Нет, нет. Тяжело. Как думаешь? Ох, мать труляля, ой, минус нервы, минус мораль, и того у нас прилетает Сайрекс Сусуйрекс, это что-то, что? Ебан Матрёна! Так, ребятки, я пока сделаю паузу, немного подумаю, погодите, ладушки, все, ждем. В общем, ребят, мы снова с вами, короче, мы сейчас пока попробуем покрутить немножечко, ну, хотя бы там два разика фарминг кейс. Если мы ничего не фармим, то мы продаем юз. Вот, по факту мы окупились на сайте, то есть сайт себя окупает. Он в очередной раз доказывает то, что он все же может себя окупить и, типа, ну, не такой уж он там и плохой, как на него можно там наговорить и так далее. Однако... Если мы всегда продадим юз, не окупимся, это будет грустно. Остановись, нет, не остановится и даст нам револьвер R8. Вот, было бы прекрасно. Ну, что, кстати, у нас тут есть одна штучка такая веселая. Как бы нужно посмотреть по юспецкам. Так, сколько стоить будет Сайрекс?
Ну, это был Сатрековский однозначно, возможно, прямо с завода. Это не точно, но возможно, вполне. Так, что мы думаем? Какой кейсик, Ксюшенька? Давай, давай. Ну, я думаю, можно, давайте один раз этот крутанем. Я не знаю просто, когда он вообще хоть что-нибудь выдавал кому-нибудь. Прям, ну, как бы я лично вообще без понятия. Он, по-моему, редко что-то выдает. О, а нам он выдает обезьянье дело, это окуп. Обезьянье дело, это там 80 рублей условных, соточка целый день. Опа, видите, касик уже, изи фарм, изи фарм. Так, давай, думаем, Ксюшенька, дорогая моя, что мы дальше крутим, у меня уже просто сердце тысяч. Давай, Ксяра, давай, выбирайтесь. Ну почему с гуси выпадают всякие неонуары? Я тоже хотел предложить гуси, но тут выпадает не ванувар. И я такой, не ванавар. И все такое, думаю, да. Ну давай попробуем крутым Глакевич. Вот он, Глакевич, он там кто-то открывает, бог пойми, чё. Это гуси-гуси. Интересно, реактор. Хорошо. Реактор окупает. Замечательно, замечательно. Едем дальше. Кортекс Юспан, ну такое, как бы. Что это такое? Ну как бы, ну смотря сколько он стоит. Я ж, блин, не знаю, сколько он стоит. Ну, видите, он стоит 388. Ну да, хорошая сумма, на самом деле, для юспецкого. Че, можно гуси попробовать крутануть? Ну что-то гуси сейчас выдают опять. Ну ё-моё, вот опять выдают гуси. Давай, давай, давайте ждем 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Поехали, друзья. Надеюсь, гуси нам что-нибудь выдадут. И мы будем счастливыми. Дальше чем видим. По-братски, становись. Да, ну нет. Нет, ну не вот это. Вот это, вот это, вот плохо. Гуси выдали аквамарин кому-то. Ну как так? Давай попробуем открыть юспецкий. Нет, объективно мы окупились. То есть я доволен, мы объективно окупились, ребят. Кому-то с гусей там что-то падает. Ну как это? Вот мне не упали с гуси, а кому-то с гусей вода упала. Ну как так? Ну неплохо, неплохо. Плохо? Еще раз? Бля, гуси не выдают. Можно гуси крутануть, чисто залететь на шару. Ну они тут выдают фигню какую-то, а мне, можно мне, пожалуйста, выдать что-нибудь гуси? Я в вас верю. Я правда в вас верю. Это не смешно. Это херово, ребят. Это максимально плохо. У меня сейчас сгорит пукан. Потому что, ну почему? Ну хорош. Серьезно, блин, ну как? Ну как они это делают, ребят? Ну тактиотик, это плохо. Это плохо тактиотик. Это, блядь, 69 рублей. Ну едем дальше. Я не знаю, что открывать. Предлагай, Ксюш. Я жду. Дорогой хочешь? Без разницы, говори. Сын маминой подруги. Ну, давай. Я искренне верю в то, что этот кейс может окупиться. Я на это надеюсь. Неоновый гонщик. Это хорошо. Это 200. Окей, кейс окупился. Хорошо, давай дальше, Ксюшенька. У тебя чуйка хорошая. Я, блин, на твою чуйку рассчитываю. Как не знаю на что. X-кейс? Ебёна матрёна, гайц. Ну, тут по-любому лайк. Тут по-любому лайк. Почему? Под как? Как это вообще работает? Ребят, ну как это работает? Да. X-кейс, иди нахуй. Извините за выражение, ребят. Это прям вообще плохо. У меня уже все. У меня моя планка просто едет дальше, 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 далеко и надолго. Не, я, ну как бы, блин, с таким балансом открывать такие кейсы, это, по-моему, вообще забей. Ну, как бы да, как бы вот, ночные операции и пожалуйста. Я не знаю, как тут можно еще что-то выпрямить ситуацию, чем.
Ну, если нам сейчас просто свитков не дробница страш, например, да, который будет стоить там рублей 100, 85. Стратуйте. Ну, хотя бы окупился. Не знаю я, с чем-то что связано, мне с Гуччи вообще что-то ничего не Гуччи. Королевский синий тире закрученный. Хорошо. 81, замечательно. 228 у нас. Баланс, он должен что-то дать. Я не знаю, что выбирать. У меня уже все. У меня плянка едет, тише едешь, дальше будешь. Да, давай, Ксюша, выбирай. И вы выбирай. Последний шанс даю. Потом буду ругаться. Давай, жду. Шальная императрица. Давай, вещай. Нет. Я, пожалуй, откажусь. Next. Что ты? Еще не открыл лист? Вещай какой? Ну, давай, давай, давай. Давай, поехали, Глок. Я не знаю, ну типа Глоки пока что-то не окупаются. Мы сколько? Мы нам только реактор туда купился. Сейчас я водяной. Никто не водится со мной. Сидят со мной одни ватрушки, и пиявки, и лягушки. Ладушки, давай, на 159 рублей. Какой хочешь кейс? Ксюха вообще красава, у Ксюхи чуйка, блин, отвечаю. Серьезно говорю, ее просто на границу и наркотики она найдет вообще везде. Да? Серьезно говорю. Ей еще и платить будет по миллиону долларов. Вот это вообще, это человек, который просто шарит. Просто шарит. Кровавый тегер. Это плеха. I'm a bird, motherfucker, I'm a bird. Да, 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 да. А кому-то, бля, каркас. Каркас, каркас. А биток, по-моему, упал в цене. Че, дай попробуем. Ну, чисто на шару залетим, ну что, выпадет каркас. Ну и будем, как бы, каркас у нас будет, будем иметь. И что бывает? Аристократ. Аристократ это, по-моему, хуже, чем каркас, вроде. Да. Да что, давай еще раз, что нам терять? Ну, Япония Матрёна, ну в натуре, что? Не один раз живем, один раз живем, ребят. Серьезно? Становись! По-братски! Ну ладно. Верю. Извините, ребят, за такой ор, но это было easy. So easy. Едем дальше. Какой? Я специально медленно, друзья мои, листаю, чтобы Ксюха увидел какой-нибудь кейс. Айкрисгу нет? Ну, давайте на последние деньги. Ну, Глух я все равно забирать не буду. По-бродски. Ну, как бы да, ну, как бы тут было сразу понятно, что... Какой Посейдон? Ну, у нас есть как раз последние деньги на Юспера. Юсп, либо на Дегал. Вот, давай... Какую-нибудь считалочку придумай у себя в голове и поехали. Считай ты. Я не знаю считалочку. Он придумал. Не знаю почему, вот так вот в общем упало тысяч попыщ. Да, тысяч попыщ просто упал. Бывает, бывает. Привет, лесные листья. Как я вас люблю. Давайте попробуем фармкейс какой-нибудь. Что-нибудь, ну, блин, как бы, да. Поехали, открыть быстро. Опа! Просто обычным. Ну, как, почему с Гуччи падают не ванавары? Не ванавары. Хочу тоже не ванавары. Ну, тут как бы были сразу понятно, что как бы этого можно даже не ждать. А вот это очень даже хорошо заходит. Да. Народ просит. Что сказать, народ просит, да. Каркас! Здравствуй, каркас! Карканозавр, привет! Ну, я думаю, что он сейчас навряд ли что-то выдаст. Хотя... Как, куда? Давай попробуем открыть просто другой фармгист. Вот какой-нибудь такой. Какой? Или армейчик? Не хочешь?
Давайте Шуирикс. Шуирикс. Попробуем открыть. А чё? Мы лохи, что ли? Не, мы не лохи, ребят. Злобный даймэ падает. Ничего. Костяная маска. Будем маску с тобой носить, да, на лице? Просто костяную. Ничего, посмотрим, хоть что тут вообще. Есть какой-нибудь шанс вот этот? Ну, как бы нет, но шанс на юсп, как бы, он всегда есть. На вот эту штуку, ну, по-моему, шанса никогда не будет. Ну, как мне кажется. Да, в общем, окей, давайте дальше смотрим, что можно открыть. Я просто пока хз. Глок мы продаем, да? Да, давай, че уж. Поехали дальше. 802 рубля. Ксюшенька, какой кейс? Если только мы до этого окупимся и на последние деньги можно гучку тунуть. Давай какой-нибудь. Я не знаю, ребят, вообще, что, я вот смотрю, тут что-то фобосы кому-то там что-то дропаются. Этот, как его? Биток. Биток. Да что-то мне, блин, подсказывает, что как бы с битка-то тут, алло, выбей что-то, забей. Тут... По-моему, шанс 0 из 0 того, что из битка мне выпадет что-то хорошее. Из битка, ну вот нитро. Нитро, да, нитро, ну такое. Как бы 70 рублей, ладно, мы купились, можно уходить. Можно уходить однозначно, ребят. Ну, что думаем, Ксюшенька, заговор вон кому-то падает. Но это один шанс на 1000. Тысячу раз крутишь, получаешь заговор. Классно, классно. Ну, видите, кто-то крутит. Как не в себя, реально крутит. Че, какой кейс? Да, ну можем еще раз открыть. Да водяной выпал. Да, водяной. Ну посмотрим, а что, вдруг сейчас реально дропнет еще раз водяного. Я такой, че? Я такой скажу, ты вообще в себе нет. Ну горелка бунзена. Однако, бунзена. Сейчас на судьбе, какой следующий кейс? Вот этот? Ну поехали, что, самый-самый первый. Зато, ребят, ролик будет подольше. Зато, ну, как бы, не знаю, как по мне, за этим интересно наблюдать, когда ролик подольше. Синий кварц. Это такое себе. 11 рублей. Это хрень вольная. Чё думаем? Я не знаю, о чём мы думаем, Ксюсенька. Чё мы думаем? Без понятия. Так, жёсткий зерновка. Бум-бум. Лайкер, думбуз. Что тут за думбуза? Давайте думбуза крутанем. А что, вдруг Донбасс что-нибудь выдаст прикольное? Мне бы орбиту, серьезно. Вот орбитку бы я бы забрал. Прикольный скин. Ну, он реально прикольный. Но нам выпадает почва. О, кто-то нож. Кому-то... А, он с контракта. Ну, бывает. Латушки, предлагай, Ксюшенька. Предлагай. Спейс. Ну, он нам не окупался еще ни разу вообще. Поэтому бог его знает. А вдруг... Надежда умирает последней и закрывает ее взгляд в прошлое стоимостью 50 рублей 46. Нет, Ксюш, нет. Выбирай. Этот? Лайкер. Я спрятался. Я, ребят, ничего не вижу. Нет, я не подглядываю. Все, короче, понятно. Выбирай сам. Да и что тут выбирать? Бляха, муха, волосы, Ксюха. У Ксюхи тут волосы, и после на мне вратан лезут. Ну серьезно? Ну вот это серьезно? Это просто самое лучшее, что могло случиться со мной вообще за всю мою жизнь. Как бы, ну, я примерно понимал, да, что вот это вот чушь выпадет мне полная. Я не знаю, друзья. Кому-то камуфляжи падают. Ну, вообще, я думаю, что можно попробовать что-нибудь еще открыть прикольного. Вот только что. Вот мы только что выдержали паузу. Мало ли, вдруг с юспов, ну, выпадут ночные операции. Убийство подтверждено, оно вообще, по-моему, не выпадает с плакейса. Да. Типа, можно забыть, что с плакейса что-то может дропнуться. С авиков выпадает бах. Вот у меня была мысль открыть авики, но, увы, нам выпадает далеко не бах. Чё открываем, Ксюша? Думай.
100 миллионов можно выбрать, как, ну, наверное, что-то дропит хорошее. Давайте попробуем, что чисто ва-банк идем. Ну, сольем и сольем. Всякое бывает, случается. Однако, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. О да, о да, о да, 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 да. Едем дальше. Ребят, я пока подумаю, какие закрывать, и буквально скоро продолжим. Итак, в общем, друзья, мы снова с вами. Чё, какой кейс, Ксюшенька? Вот этот? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, не стоит. Я правда думаю, не стоит. Кейс фиговый, он нехороший. Типа, он не стоит, ну, тех денег, чтобы сливать на нем. Давай думать, какой кейс. Что это за... А, сын маминой... Други, подруги, мадруги. Что, давай попробуем открыть, может, тоже что-нибудь выпадет. Сын маминой подруги. Че, ребят, как думаете, стоит? Ну да, мы его когда открывали. Стоит, нет? Давайте, нам, по-моему, с неоновый гонщик с него упал. Вроде, насколько я помню. Да, вроде бы неоновый гонщик нам с него упал. Вон, челик там тоже что-то крутит. Хладнокровно, остановись, остановись. Ну, Франклин, это плохо, ребят, это очень плохо. Это 38 рублей. Пипец, как я такой скин может стоить 38 рублей? Хорошо, давай думаем, Ксюшенька, какой хочешь. Эко, смотри, ты вот, ты примерно понимаешь, да, что с него может упасть? Крутануть? Да, слушай. Я прям очень надеюсь, что с него что-то выпадет. Градиент, это хорошо, ты умница, он стоит рублей 200. Да, 300 рубасов. Хорош, ты вообще красава. Прям лючая. Че это из какого? Ой-о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 й
Вот так на меня, значит, мои обязанности перекинули. Ну, знаете, я на самом деле вот немного побаиваюсь что-то такое крутить. Я, наверное, предложу крутануть, ну, авика можно попробовать. Дайте авика крутанем. Надеюсь, не упадет африканская сетка. Вот все, кроме африканской сетки, я на любой скин соглашусь, кроме африканской сетки, пожалуйста. Пожалуйста. Фобос, отсос, да, хотя бы фобос. Ну, хер с ним. Он даже окупает, офигеть. Боже мой. Ну, заговор с битка. Че, можно было тоже покупать биток? Ну, сайт на самом деле, он типа держит просто на одном и том же балике. К сожалению. То есть, это грустно, то, что он держит на одном и том же балике. Ну, нитро. Нитро это окуп, насколько я помню. Да, если 70 рублей, это ок. Кому-то вон с сына маминой подруги опять там что-то падает. Ну, на самом деле, такое себе с сына маминой подруги. Ну, не давай попробуем Глочанского, Юспа, не знаю, Дигла. Глок? Вот это прям риск, Ксюха, это риск. Епёна Матрёна, это риск. Мы прям на риск идем. Ну, как нам, конечно, маг 10 там градиент выпал, это вообще было кошерно, козирно. Вот если бы... Ну, что, это такой сайт, он вечно может тебя держать в напряге, прям на границе. Диглевского. Ну, диглы как бы, зачастую, на самом деле, диглы на этом сайте не окупаются, зачастую. Они очень редко что-то падает такое с него, видите, вот падает ночь, даже осадок, нет, ночь это минус. Че? Как это может быть плюс? Когда это ночь стоила? Ну, ладно. Хорошо, я молчу. Я молчу, как десант. А, депрессант. Вот такие вот песни мы вспоминаем. Да. Сайрекс не выпадет, выпадет ночная операция. Да. Ну, ничего, ладно, хорошо. Зато нам Дегал окупился. Дегал нам окупился. Как? Просто как оттуда падают энки такие? Ну, что ж вы будете делать? Не хочешь еще попробовать? Фу-фу-фу-фу, да я вот не знаю. Ну давай, чё, разули, крутанём. Вон там какой-то неванавар падает. Ну это не окуп. Он может стоить, а может, блин, не стоить. Ладно, ладно. Ну и на самом деле нам вроде ничего не выпало. Че? Фобос? Хорош. Окупились? 9 соток на балике, ребят. Думаем дальше. Я не знаю, чё можно крутануть такого. Вот что бы ты хотела, Ксюшенька? Я крутанул, что я хотел. Давай! Кого? Донбасс? Да, крутил. Чё? Ну, почва выпала. Давай еще раз попробуем. Ну, крутим Донбасса. А мне кажется, нет.
По-моему, мне выпала почва. Именно почва, она самая, она родная. Да, пустынная атака теперь. Это тоже плохо. Ладушки, давай думаем дальше. Что хочешь, Ксюша? Давай. Как они вообще оттуда падают, я не понимаю. Облом, ну как? Давай, выбирай, Ксюша. Какой хочешь кейс? Зерновку? По-моему, этот кейс такой. Можно попробовать, если хочешь. Не хочешь? Ладушки, какой хочешь кейс? Можно гуси попробовать. Ну, вдруг окупится. Давайте, ребят, ну чё. Надеюсь, что реально хотя бы выпадет, ну хотя бы что-то чуть больше сотки. Потому что я уже столько раз пытался его открыть. Ой, ты господи, что ж ты будешь делать? Просто это самый конченый кейс, который вообще тут есть. Давайте дальше. Какой? Пенсионный. Пенсионный? Ну давай. Как бы пенсия, пенсия это пенсия, да. На пенсии люди выживают. На пенсию люди выживают. Да, понятно. Я понял. Можно дальше. Какой кейс? Я. Дастиш фантастиш. Юспик неокупающих. Ну, как бы, я не знаю, просто ведет в низа, в самые низа ведет. Сайт просто ведет в пездану. Где тут вообще есть еще кейс? Ну, вот этот кейс, он окупается людям, вроде бы. Сейчас бы сына маминой подруги покрутить, так хорошо покрутить, покрутить и выбить. Давай глок. Какой потом еще хочешь кейс покрутить? Думай. Юсп, значит. А нам выпадает карамельное яблоко. Ну, сумеречная галактика не докатит, а вот карамельное яблоко это да, это хорошо. Ну, давай, Юсп, так, Юсп. Надеюсь, что он выдаст хотя бы, ну, королевский синий, там, калька, я не знаю, что-нибудь. Остановись. Ну ладно, королевский синий. Статрик Кортекс, он вообще, по-моему, не хочет падать. Он говорит, до свидания. Да, 175. Опа, 386. Однако, давай дальше, выбирай. Что, с сыном маминой подруги можно попробовать, если хочешь. Давайте попробуем. Вдруг сейчас как скоростного зверя нам выдаст, как в прошлый раз, и будет хорошо. Но почему-то мне кажется, что нам выпадет синева. Невозмутимость, да, я сама невозмутимость, серьезно говорю. Сайт, бля, буду. Какой? Короче, вот, я не знаю, ребят, как вы там что думаете. Я планирую вот просто, я иду ва-банк, закрываю глаза, открываю пивко и улетаю в космос. Смотри. Чего? Вылетел в космос, 1149 рублей на балике. Хорошо. Какой кейс, Ксюшенька? Не, ну это сложно. Ну давай, я чё нет. Поехали, ребят. 13-рублевые кейсики за 13-рублевые кейсики. Ребят, отдельно лайкос, пожалуйста. Ты прям вообще, это будет кайфово, серьезно. Просто бах такой выпал, бабах. Да, мы сегодня буквально разговаривали про этот скин. Вот, Ксюха спрашивала вообще, сколько он стоит, я говорю, типа, в пределах косаря. Вон, она говорит, он мне нравится, я такой, я ясно, красно, понятно. С мозгами, да, тут тоже так было, да. Я, короче, вообще хз. Ну, почему-то, вот, как бы, гроза, здравствуйте. Поехали. Оба. Оба. Оба! Оба! Пувит! Домой! Сайт говорит, домой, пора домой. Ну ладно, в общем, на этом
видос заканчивается. Всем спасибо огромное за просмотр. Те, кто не подписался на мой канал, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайкосик и напишите коммент, что вы думаете о том, как мы с Ксюхой снимаем ролики. Всем спасибо, всем пока!